Кухня ЖКХ. Сегодня с экспертом проекта «Кухня ЖКХ» Маньковым Максимом Павловичем, исполнительным директором УК «Актив Комфорт», поговорим об индивидуальных приборах учета горячего и холодного водоснабжения. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, кто отвечает за индивидуальные приборы учета? Собственники обязаны осуществлять учет коммунальных ресурсов, поставляемых в жилые помещения и нежилые, в том числе ХВС, ГВС, газ, электроэнергия. Установка приборов учета осуществляется, в принципе, любыми организациями, вводится в эксплуатацию исполнителем коммунальных услуг. Это либо ресурсоснабжающая организация, либо управляющие компании. Для каждого прибора учета установлен период его, в течение которого нужно осуществлять поверку. Для новых приборов учета этот период оставляется единым, как правило, 6 лет. А для старых, там, для ГВС, для горячего снабжения 4 года, для холодного снабжения 6 лет. Однако сейчас в этом году внесли изменения в действующее законодательство в части приборов учета по электроэнергии, где все вот вопросы по прибору учета, по замене его на новый прибор учета, по передаче показаний, потому что вообще, что житель должен иметь счетчик, да, это возлагается уже на гарантирующего поставщика электрической энергии либо сетевую организацию. Соответственно, вот часть обязательств, она уже будет заложена в тариф за электрическую энергию, и именно при обращении вот в энергоснабжающую организацию свою вам должны установить прибор учета, провести его поверку и даже дистанционно снимать показания. Как жителям быть, если срок поверки счетчиков истек, и куда обращаться в таком случае? До 1 января 2021 года был в связи с мероприятием вот по карантину, если поверка прибора учета истекла, жители могли свободно им пользоваться, показания считались действительными при передаче в ресурсоснабжающую организацию или в управляющую компанию. Однако вот 1 января все эти мероприятия истекают, и ожидается, конечно, большое количество обращений жителей о проведении поверки приборов учета. Здесь можно дать рекомендации жителям и управляющим компанию, в том числе, по объединению коллективных вот этих вот заявок. Максим Павлович, дайте совет собственникам, как выгодно использовать приборы учета и как сделать так, чтобы не было с ними проблем, чтобы они не возникали. Элементарная какая-то культура потребления энергетических ресурсов, в том числе. Ну и сохранять обязательно на приборы учета всю документацию, которая в бумажном виде имеется, в бумажном виде обязаны предоставить документацию о поверке и своевременно проверять сроки по вот периодичности проведения поверки. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес: улица Роза Люксембург, 86В, телефон 222-892. Кухня ЖКХ.